час, можливо? Якщо так, то що б ти змінив? Время перевести не можна, але можна, якщо можна було б, я б перевів одразу на Новий рік. Время остановить нельзя, ну, если бы можно было бы, тогда, ну, если ты сделаешь что-то неправильно и хочешь это поменять, что ты сделала, вот так может помочь. Я бы, если так можно было бы делать, я бы вернулся бы когда-то, куда-то назад, может. Вот так бы время просто что-то там сделал, чтобы я попал вообще назад. Ну, например, если я баловался, я по-другому, только все хорошее делал. Я бы изменил мир, чтобы он стал лучше намного. И стал таким, как все нормальные люди хотят. Я бы вернулся в прошлое, чтобы увидеть траву и как мир был, когда не было этих машин и заводов. Когда двойку получил, я переместился и исправил на пятерку, потому что я знаю, какие там ошибки будут. Я бы изменил, чтобы всем было хорошо и все жили долго и счастливо. Я бы изменила то, что пока мама не видит, я бы могла там поиграть в ее ноутбук или там что-то другое сделать, то, что мне мама не разрешает. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.